Центр творческого развития «Диалог» уже 30 лет работает с детьми в различных направлениях. Юным курянам здесь помогают проявить свои таланты, подготовиться к школе и получить дополнительное образование. Сыновья Нины Воробьевой все мероприятия, которые организует центр, посещают с удовольствием. У меня детки с ограниченными возможностями здоровья, и для них, ну, для нас это очень важно и очень интересно. То есть всегда учтены наши всякие интересы, то есть возможности детей. Ну, я очень благодарна за такие мероприятия, потому что, ну, не можем мы прийти, например, в любое мероприятие, которое долгое. Мы там просто не выдерживаем долго сидеть. А здесь все учтено. Всего в фестивале приняли участие более 80 семей с детьми. Для них подготовили концертную программу, работали творческие площадки с мастер-классами. Сегодня здесь, на этой площадке, вместе с нами волонтеры государственного университета, студенты иностранного факультета медицинского университета. Они организуют площадку. Мы все вместе сегодня проводим этот замечательный фестиваль. Такой праздник для детей проводится не в первый раз, но, как и раньше, все ребята остались довольны. Кстати, совсем недавно центр вновь стал победителем конкурса фонда президентских грантов. А это значит, что творить добро здесь будут и дальше. Ксения Дегтярева, Максим Леонов. События дня.